первый, второй, третий всемирные конгрессы по школьной гигиене, которые состоялись в 1904 году в Нюрнберге, 1908 Лондон и 10 Париж. Это были крупнейшие мировые форумы, где присутствовали более 1500 человек. И там четко было доказано наукой, авторитетными. Школа породила сколиозы, близорукость, деградацию детородного потенциала, психические заболевания и многие другие заболевания и так далее. Попытайтесь найти эти материалы в любом институте, медицинском, университете, либо педагогическом. Все материалы почему-то исчезли. И когда мы проводили Европейский форум, мы только под руководством Совета Федерации, Совета Европы, это было 2010 год. Только мы нашли в библиотеках США библиотека сенаторов и издали небольшой материал. Почему эти материалы нету в мединститутах и пединститутах? Это первый вопрос.